Ови и Кови в одной команде, значит, будет жарко. Их жены тоже огонь. Николь Ковальчук способна перепрыгнуть через бортик, например, вот так. А Анастасия Овечкина хорошо танцует. Но не лучше мужа. Может, именно таким будет победный танец нашей команды с кубком. Овечкину идет красный, он же спасатель Малибу. Спас Евгения Додонова от попадания шайбы в лицо. А жену от мяча на футбольном матче. Сын Овечкина Сергей еще мал смотреть трансляции. А вот Малкин, младший Никита, уже пристально наблюдает за отцом. В конце мая ему исполнится 3. Увидимся. Евгений Малкин под этой фотографией с хрупкой женой написал 5 лет на шубу. Сейчас у Евгения на плечах вся Россия. Побеждаем под музыку Басты. Она танцует перед ним, он играет как бог. Ноты солетятельны, разжигая огонь. Ради Малкина рэпер даже костюм надел с бабочкой и шляпу. Мы все готовы снять шляпы, если вы победите.